канал «Дневник рыболова». На канале Дневник Рыболов. Посмотрите за мной, какая тишина. Эй, комар какой-то уже летает. Короче, ребят, жарко безумно, немножко затянуло тучами, вы видите, да, что немножко серовато, не те краски. В общем, хочу половить сегодня на фидера. Целевая рыба у меня сегодня карась. Ну, естественно, не откажусь от леща. То есть если получится на тучку поставить леща, мы его обязательно поставим с вами. В общем, что, два фидерочка, кормушка пуля, моя любимая, я круглый год на нее рыбачу. Вот. Ну, в принципе, посмотрим, разные прикормочки, заморочки разные. Ну, попробуем, поставим леща, это хорошо. А в целом, это гремит. Это знак, ребята. Все, в общем, мутим прикормку, забрасываем две палочки и посидим немножко, чисто кайфанем. Фидерок, это фидерок. Все, ребят, поехали. Так, ребят, значит, по палочкам ловить будем мы сегодня на легенды. Сигнализаторы нам пока не нужны. Катушки флагман легенд фидер 6000-ки на шнуре. Две абсолютно одинаковые. Дальше. И палки вот я уже в этом сезоне их катаю. Вот они. Флагман Легенд Фидер 3.9. Такие хэвики до 150 грамм. Ну, тут течение такое, вам хочу сказать, нехилое. Если видно, он по воде прям сверху. Водоросли, банки, шклянки, ну все как обычно. В общем, что, собираем, мутим прикормку, все по стандартной схеме. Этот самый. Делаем 5 грузовичков. На точку клипсуемся на первой бровке и на второй бровке. Тут свал идет. Я уже промерил. Первый свал идет. И сразу там буквально через 5 метров еще один свал идет. Ну и там глубина больше. Тут 3 метра первая бровка. Вторая уже 5,20. Вот как-то так. Так, ладно. Сейчас все покажу. Собираем с палочку. Так. Сито пока в сторону. Фух, так, по кормушкам. Пули сотки. Ох, солнышко вышло хорошо. Погода вообще нестабильная, как я уже сказал. Так, по насадке есть червь, опарыш. Есть волшебные катыши. Вот они, ребят. Два вида. Будем все, как говорится, пробовать. Поводки не особо длинные. От 30 сантиметров до 50 у меня уже готовые связаны. В общем, все, ребят, пробуем. Установим стойку. Сразу вот так. Чтобы нам ничего не мешало. Так, все, палки собрал. Теперь по прикормке, ребят. В общем, программа такая. Миласка, по-любому. Я на реке ее люблю использовать. Не знаю, постоянно она как бы работает. Дальше, по прикормке.
так как рыба целевая, карась, естественно, карась-макуха. И может быть, если повезет, это, естественно, лещ. Вот поставим еще лящ корицы. Вот это более бюджетные серии. Потом также плотва кориандр от интеркреля. Ну и как же фидер кукуруза. Пока муку креля добавлять не буду. Вот, замешаем пока эти все смеси. Естественно, все намеласит. Так, ладно, ребят, высыпаем плотва кориандр. Лещ, корица. И карась макуха. Ух, ароматика вообще бомбезная. Так, и фидер кукуруза. Кайф. Запах, цвет. Вот так. Все, отлично. Делаем замес. Ух, ароматика. Отлично. Немножко добавим водички. Взболтаем. И можно добавлять. Так, снимаем пулю и ставим грузовичок. 5 грузовичков в точку по клипсе. И я уже заклипсован. В принципе, вот так. Не сильно прессую, чтобы прикормка максимально быстро вымывалась. Ну, на каждую точку по 5 грузовичков. Так, первый заброс. Поводок 30 сантиметров. Инлайн. Быстро показываю монтаж. Скользящая кормушка, фидергамчик и поводок. Вот стоит катыш. Все, погнали.
Второй то же самое, все, скользун, фидергамчик, поводок и три опарика. Все, отправляем. Шапарыш. Так, первая рыбка у нас на фидер. Вот такая вот. Лавровый лист такой вот у нас. Так, перезаброс. Фидер. Так, поклевка. Ух ты, прям давит. Ты что там давишь? А вот наша целевая рыба уже. Карасик с травы пролетел. С дальней дистанции работает. Вот, ребята, поклевка онлайн. Он как поддавлен. Смотрите, фидерок. Ух ты. Посмотрим, что там. Ну, крупняка нет. Ух, палка улетела. Сейчас. Поклевка «дай палку» называется. Дерзко кто-то прям. Фидергамчик отрабатывает, ребят. Кто-то клюет «отдай палку». Кто-то клюет дерзко. Ого, большой. Ну это лапоть. А ты че? Поклевочки онлайн. Ох, это че? Ой, блин. Ребята, хороший был, наверное, минус поводок. Блин, ну таких поклевок я весной не видел. Диких, блин. Ближняя бровка заработала. Карасик. Да это капец, ребят, реальный капец. О. Есть. Капец, поклевки, отдай палку все. Мелочь подошла. Хотя, ну как сказать, мелочь. Если сравнить с тем, что было, так ничего так. Так, иди. Пока оставляю одну палку. Оснастка. Два катыша. Все, заряжаем. На клипсе продолжаем делать забросы. Пока с одним фидерком. Потом, если засада будет с клевом, вдруг, значит, добавим. Вот так, отлично. Поклевка. Карасик на точке. Вот так. Ох, ребятки. Опа! Клонит. Клонит прямо. Прямо клонит.
С одной палкой даже повеселей. Карась. Довольно-таки хороший карасик, ребят. Опа. Вот такой товарищ. Он прям в клипсы попал почти. Только-только забросил, ребят. Вот карась на точку. Класс. Это утро. Ой, малыш. Это малыш, ребят. Пришел малыш. Вроде поставил и покрупнее насадку. Два катыша. Живность не ставлю, так как попытался изначально поставить. Удары идут сразу. Но рыба очень мелкая. Так, есть. Поклевка примерно минута. Поклевка примерно минута. Вот. То есть долго ждать не нужно. Вот так вот. У меня метка на той стороне. Там лежит коряга. Вот камыш. Прям удобно постоянно на нее бросать. Кстати, поворачиваются там неплохие кабанчики с утра. Но не для нашей снасти. Комаров немерено. Водоем просыпается. Приятно, ребята. Вообще круто. А самое удивительное, места вокруг свободны. Людей нет вообще. Хотя проемов масса. Проем на проеме. Везде сделаны. Есть поклевка. Есть поклевочка. Холостая. Да, вот так вот. Ладно, это нормально. Очередной рыб. Очередной рыб. Красавчик. Красавчик, ребят. Красивый карасик. Это, конечно, уже лапать, ребят. Это уже повеселее рыба. Это уже карась нормальный. Ну и клюет хорошо, тоже весело. Бух-бух, такие подачи идут. Два катыша вот одел. И рыба укрупнилась сразу. Эх, крючочки хорошо засекают. И судя по слизи на поводке, скорее всего, лещ там обитает. Где-то крутится. Так, хорошо. Даже сказал бы, отлично все. Даже отлично. Ветки не зацепить. Вот так. Точка закармливается. Нам корма должно хватить. Перезабрасываюсь часто. Корм вымывается. Более-менее крупная насадка уже поставила более-менее крупного карася. Чуть новенькое. Как-то так тын-дын, тын-дын, тын-дын. Или мелочевка какая-то долбит, я не пойму. Поддавливает. Непонятно, ладно. Все равно будем перезабрасывать, покормим. Прикормки сделали много. Именно не резкие движения, а как давит. А есть. Ух ты, тоже хорошенький карасик. Вот фидергамчик отработать. Вот так. Ребят, вы просили, я даже специально, посмотрите, как лупит.
Вот такие поклевки, просто шикарные. Рыба не особо крупная, но приятная. Вот так. Ну, приятный карасик. Вот так. Ребят, опять рыба. Рыба моей мечты. Оба-на! Карась! Ой-ой-ой, ой, отстрелила, отстрелила рыба. Рыба, ребят, отстрелила, капец. Я уже в азарт такой вошел. Я таких поклевок насмотрелся. И отстрелы, и загибы, и загибы. И отдай палку, и холостые. Все есть. Кто нас тут отстрелил? Ой-ой-ой, детский сад, да? Пошел. Нам не надо детский сад. Буквально секунд 10 прошло. И сразу удар. Ого. О. Зачетный будет по-любому карасик. Это, ребят, будет зачетный карасик. Прям давит, серьезно, прям по-взрослому. Да. Хорошенький, хорошенький. Но опять. Кормушка не успела приземлиться, уже поклевка. Это малыши так борзо клюют. Ой, давай, давай, беги, давай, давай, оп, 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 все, все, красавчик, давай, передавай привет. Ну, ого. Да, не ждала, конечно, что именно вот так вот будет клевать. Ну, посмотрите на эти поклевки, смотрите, что творится с видом. Гнет в разные стороны. Да, ё-моё, не так, как надо. Отлично. Тан-тан-тан-тан. Блин, такого клюва я не помню. Реально. Не, ну как, попадало, конечно, но вот так вот прям джу-джу-джу-джу-джу. Это вообще жестко. Ох ты, это нормальненький. Ну, такие карасики, это вообще не дают просто упасть. Не, в принципе, как бы, это очень вкусный сладенький карась. Такой вот, так, в таких размерах. Тихо-тихо, стой. Но, будем хотя бы отбирать. Да елки, покажите, выйти. Не хочет, иди. Вот так вот, ребят, клюет отлично. Вот, показываю поклевки. Вот. Обратите внимание. Удилище дрожит. Рыбка на крючке. Вот так вот. Хотели больше поклевок, но я уже не подсекаю, потому что не знаю уже, сколько карасей я надубасил.
Вот он. Так, ребят, ну все, заканчиваем видос. Сейчас я покажу вам рыбку, это которую я только оставил себе. Вот, выбрасывал массу рыбы, клевало вообще бомбезно. Катыши, как всегда, в приоритете. Они именно ловят, понимаете, такая вот штука. Ребят, есть рецепты, кстати, помните, как-то в Инстаграме, там я в одной из сториз говорил, что мы делаем сайт с рецептами, там как бы закрытой социальной сетью. В общем, сайт, в принципе, тестовые уже запуски пошли. Ссылки на сайт оставлю в описании. Вот, в чем фишка. Там избранные все рецепты рабочие. И есть немножко закрытых рецептов. И также есть закрытый чат. В этом чате будут указываться все геолокации. То есть общение между рыбаками. По поводу даже платы. Там чисто символическая плата. Не, сам сайт бесплатный, можно пользоваться. Но будут именно, есть закрытые моменты, где они платные, чисто символические. Вот, ссылочку я оставлю в описании, посмотрите. То есть закрытые рецепты, которых нет на ютубе, и точно так же напрямую общение, будет целый чат происходить. В общем, будет интересно, переходите по ссылочке в описании, хотите — пользуйтесь, хотите — нет, то есть это уже ваше дело. Все, в принципе, все. Сейчас я высыплю рыбу, покажу, что я себе оставил. Ну, рыбалка просто бомбезная, ребятушки. Все, сейчас я покажу. У меня даже батарея, блин, села на камере. Ну вот такой вот улов, базик личный. Так это то, что мы отобрали. Вот такие красавцы. Все, ребят, фидерная рыбалка удалась. Что там крякаешь? Все, ставим пальцы вверх. До новых встреч на водоемах.